Здравствуйте! Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Golf 2011 года выпуска, объемом 2 литра CBFA. Пробег двигателя составляет 72 640 км. Производим визуальный осмотр двигателя. Дефектов не выявлено. На данный двигатель имеются сопроводительные документы, грузовая таможенная декларация. Также имеется видеообзор работающего двигателя. Работа мотора отличная, двигатель все присутствует, запускаю. Вот этот пробег, на автомобиле всего 72 тысячи. Очень маленький пробег, ухоженный автомобиль. Работа мотора отлично, ошибок нету. Производим визуальный осмотр свечей зажигания. Двигатель работал исправно. Производим осмотр цилиндров эндоскопом. На стенках цилиндров присутствует масло, попавшее из свечного колодца. Также осматриваем клапаны. Поршни в отличном состоянии. Присутствует небольшой нагар. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. Двигатель готов к установке.